Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас я выкачу из ангара Центуриона МК-5-1 для того, чтобы показать вам эту машинку просто в бою. Обзорчик на канале есть, и в течение видео вот здесь вот наверху будут появляться ссылочки на обзор самой машинки и на то, как она фармит. Я же хочу просто выгнать ее из ангара в бой для того, чтобы показать, как она катается в среднестатистических руках. Сейчас проходят турниры, и за просмотр турниров можно получать ключики, благодаря которым открывать контейнеры болельщиков. И вот из контейнеров болельщиков, из запертых контейнеров Blitz Ultimate Cup вы можете получать в том числе, помимо всего остального, части сертификата на Центуриона. Я их уже начал получать, но Центурион у меня есть. Реально ли его собрать, я в этом сомневаюсь, потому что количество контейнеров, которые можно открыть, ну, существенно меньше, чем необходимое для того, чтобы получить по 7 частей сертификата. Поэтому я бы сказал, что эта игра в очень-очень долгую-долгую рулетку. И будем надеяться, что потом части сертификата на Центуриона можно будет получать еще каким-то способом. Ну что, ребятки, запрыгиваем на машинке в бой. Я выбрал столкновение для того, чтобы это не был прям совсем какой-то затяжной бой, но и видео не было сильно долгим. Почему? Потому что это не обзор. Я не буду заценивать подвижность машины, там, рассказывать очень много о скорострельности. Хотя скорострельность в этой машине действительно очень-очень приятная, очень классная. 5 секунд, ну если быть точным, то с оборудкой там со всеми дебюдюхами 4,9, но будем говорить откровенно, все-таки, ребят, 5 секунд. Обалденная подвижность. Что касается бронирования, меня, честно говоря, бронирование немножко смущает, хотя многие мне писали в комментариях, что я не прав, что от башни машина играется очень бодро, очень классно. Ну вот сейчас как раз и посмотрим, еду как раз на позицию, на которой сам боженька велел от башни поотыгрывать. Что касается всего остального по машине, меня машина как-то не впечатлила. Вот если сравнивать ее, допустим, с несравнимым, сравнивать ее с той же самой Химерой, то куда веселее. Вот, допустим, сейчас вы видите, как я вполне спокойно в башню прошил такого же, как я сам, себе подобного. Ну, в целом, ребят, не знаю, может, от башни надо отыгрывать прям только прямо держа ее. Ну, короче, не знаю, по поводу брони, все-таки вопрос остается для меня открытым, и вопрос остается для меня спорным. Все же для меня эта машина не сильно бронированная. Но, по крайней мере, я ее броню прям реализовывать, наверное, на все 100% не умею. Что же касается сравнения с другими машинами, понятное дело, что эта машина вам не Химера, Химера куда покруче будет, но Химера всегда и стоит подороже немножко, поэтому, ребят, все-таки нет необходимости и не совсем справедливо и честно сравнивать две этих машинки, ну, по определению. Что касается сравнения с другими средними танками, в чем-то все-таки машинам куда веселее и куда прикольней. Я имею в виду, в первую очередь, ее прелесть именно КД. Альфа не сильно, конечно, у нее какая-то там повышенно-завышенная, да просто обычная пушка, которая накидывает, грубо говоря, там по неполные 200. Вот сейчас накинул 181. Но в целом, ребят, если мы с вами возьмем да умножим эту альфу на КД, то вы поймете, что машина отыгрывается очень приятно, очень прикольно. Вот сейчас я успею два раза кинуть перед тем, как, допустим, тот же самый ИС перезарядится. То есть, понятное дело, что ИС тяжелый танк, что он там, он должен откидывать реже, потому что у него брони больше, и потому что он, соответственно, альфы больше набрасывает. Но чем позитивно хорошая КД, так это тем, что вы можете добирать товарищей, и добирать товарищей быстрее, чем ваши союзники, ну, а значит, у вас есть больше шансов делать фраги, зарабатывать какие-то дополнительные плюшки, выполняя БЗ. Не знаю, там, накидывать дополнительного урона и так далее. То есть, в целом, ребят, быстрое КД это очень-очень клево. И даже если быстрое КД, оно не дает вам одновременно большой альфы, ну, это, по-моему, не самая большая беда. Гораздо больше беда, если у вас хорошая, классная, очень повышенная альфа и при этом очень унылая долгая КД. Вот это уже, честно говоря, совсем неприятно. Ну, по крайней мере, мне. Я сейчас дождался, пока товарищ развернулся. Может быть, даже... Нет, к сожалению, сглазил, не успел его добрать. Но своих два фрага из 5 возможных я на этой машинке сейчас сделал. И что могу сказать от себя? Для меня машинка все равно остается спорной машиной. Для меня все равно остается спорным вопрос ее бронирования. Но факт остается фактом. Если у вас получится когда-либо
бесплатно, ну или хотя бы по дешевке, заиметь данную машину, я больше чем уверен, что она в большинстве своем вас будет радовать. Возможно, даже будет больше радовать, чем меня. Мне же эта машина не сильно заходит, хотя периодически я беру ее в бои, но имея Химеру, имея Проджету 65-ю, Проджету 46-ю, я на этих средних танках играю почаще. Понятное дело, что 65-ка десятка, и нечего сравнивать несравнимое, просто говорю о том, что вот эти танчики, они мне нравятся немножко больше, чем Центурион МК5-1. Хотя, еще раз повторюсь, машинка довольно неплохая. Итак, 1930 единиц урона, 2 сделанных фрага. Что касается фарма, с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт, 106 тысяч серебром. Без према было бы 65, что я считаю тоже довольно неплохим результатом в отношении заработка серебра. Что же касается места в команде по урону, занял заслуженное второе место. Ну и, честно говоря, я не могу сказать, что для меня это было прям какой-то суровой сложностью. Поэтому, ребятки, что могу сказать напоследок? Желаю вам успеха, желаю вам получить данную машинку из контейнеров, повыбивать сертификаты. Ну а если не хватит, то когда-нибудь все-таки добрать части сертификата из других возможностей и способов, которые будут предлагаться разработчиками. Ну а если вдруг данная машинка будет на новогоднем аукционе, и у вас будет хватать на нее голды, и в коллекции данной машинки у вас нет, рекомендую присмотреться к ней поближе, но и посмотреть на нее крайне-крайне повнимательней. На данный момент у меня все, это был даже не обзор, а просто каточка на Центурионе. Ну и напоследок хочу пожелать вам исключительно мира, ну и обязательно спокойствия.